Красота. Мне интересно, как за счет при эволюции вот этот хвост может помогать выживать? Это ж просто. Ну да, ну в джунглях вот такая байда. Для красоты, для байда. Продолжения рода. А если хищник нападает? Ты представляешь, такая штуковина за тобой телепается. Не убежит. Летает. Они летают? А что не закрытые клетки? Они же летят. Так это не здесь они не летают. А в природе говорят вообще самки невзрачнее, чем самцы. Селезень, утки. Самцы красивые должны быть, чтобы она внимание обратила. У нас в жизни наоборот почему-то. Мы были здесь, они хвосты раскладывали. Да, сейчас что-то не дорога, все распушим. А вон он, смотри, ну только то не павлин. Не, вот там дальше, за дерево спрятался. Распушил хвостик. Не, сейчас не видно за дерево, а вон я сейчас попробую. Чё ты скользишь? А, он уже спрятал. Это походу это подсобное хозяйство, наверное. А? Да, смотри, он индюк. Вообще. Здравствуйте, товарищ. Да, я видел, да. А он с хвостом распушен. Вот, это ратник. А где ты не то? Девочка, ну надо же. Вон он, 7 июля 2000. Принеси перо. 19-й Харьков. Вон он, красавец. Не поймешь, задом он к тебе стоит или передо. Не, вот сейчас передо, видишь, морда стоит. А, да. Ого, тетя Вида. Вообще красавец. Как специально позирует. И они вот там стояли. Вот. Ой, бля, еще и трясет. Вообще корова. Да. Не, серьезно, вот где он там живет в джунглях? Это ж цепляется этими перьями всеми за какие-то лианы. Не, ну понятно, раз выжил, значит, оно что-то чему-то помогает. Это же олененок Бэмби.